Эти люди купаются. А у меня полотенце, я бы тоже скукнулся. Ну, может, сегодня зайду, хоть ноги помочу. Они так ненадолго. Но вообще, посмотрите, рассвет, пляж, чайки. Тут, конечно, получше, чем у нас, побольше. Если кто-то понимает, о чем я. Прикольно. О. Первая находка — свисток. Я, наверное, сейчас разденусь и босиком похожу. Вместе с чаечками. Привет, мои дорогие чаечки! Я их спугнул. Ребят, только начал копать, думал настроить, пока метавоискатель. Нашел один четкий сигнал монеты, поискал, нашел монеты, но сохран был плохой. И один еле услышал сигнал на 20 сантиметрах, примерно вот с такой лунки. Вот такая вот монетосина. Маленькая. Два евроцента. Вот. 2 евроцента. Ну, для начала вообще неплохо. Я рад, что они тут есть, попадаются. Значит, где-то должны и побольше быть денежки. Очистилась почти. Класс. Еще одна находочка. Монетосина. Один, наверное, евроцентр или вообще. Бива 55-65 перемешку с черным. А тут песок мокрый, я думаю, это из-за этого. Что это у нас такое? Ну, это, скорее всего, 1 евроцент. Итого у меня уже за, наверное, полчаса 5 монет или час. Но все вот такие мелкие, к сожалению. Где же еврики? Не отходя от того же места, это тут бьет сигнал. 65-99-75. Сейчас видите на видео. Попробую вместе выкопать. Это не полка, скажи, где она. Похоже, тут придется глубоко закопаться. Так, вот, друзья, приехал в Нью-Йорк. Сижу, как ребенок, в песочке. Ну, правда, это, конечно, еще на дроне полетал, поснимал немного.
нравится вам. Так. Ну что-то я вообще не вижу нитки следов. Да, нашел вот такую цепочку. Звенья небольшие. Обломлена ушком. Как всегда, сейчас посмотрю, может, крестик где-то еще будет. Не знаю, вряд ли она серебряная. А с другой стороны, зачем из металла делать такими маленькими ушками? Все равно прикольно. Нашел продолжение цепочки. Перебил на две части. На ушке проба стоит, но она слабо видно. Так, фокус. То ли 25, то ли 725. Даже не знаю, насколько это. Вот, видите. Но она маленькая все равно. Но даже если серебро, это вообще отлично. Так, поищу, может тут еще крестик будет. Первая какая-то большая монетка. На состояние плохое, она уже кислая. Но все равно. Блин, надо будет. Дома надо будет как-то работать чистить. А здесь это 1 евро. Наконец-то, ребят, ношу что-то толковое. 1 евро. Нормальное состояние ходовое. 99-го года, правда. Ну ничего, сохранилось хорошо. Очень рад. Проездный автобус окупился, считай. Ребят, отзывы металлоискателя Гард Голд. Смотрите, какие цели. Заржавевшая в глубине на 30-20 сантиметров находит. В принципе, цепочку нашел разорванную. Я пока металлоискателем доволен. Явно на этом даже кто-то ходил, чистил, потому что мусора очень мало. Но тем не менее, видите, какие штуки можно достать. У меня таких уже полный карман. Ну, когда-нибудь повезет, либо это будет золото. Ребят, целый день провел на пляже, загорел, наверное, чаще поплавал, накопал кучу евро, ну как кучу, ой, я красный, в сумме, наверное, где-то, ну может, до 10 евро. Познакомился с чуваком, мне рассказал, как, где, что можно тоже поискать, как доехать, куда местный, прикольный тип. Ух, блин, короче, классный день, я кайфую, просто не передать словами. Ну а сейчас поеду за своей, наверное, пиццей. Если найду отсюда выход. О, супермаркет. И там супермаркет. Но с парой я уже знаю, поэтому пойду туда. Иду, и такие чувства, будто я школьник и вернулся с первой работы. Целый день ничего не ел, довольный до ужаса, заработал 3 копейки. Ну и сейчас надо себя наградить, пойду себе куплю 2 пиццы. Пицца и сока. А может быть еще и выпивки, но пить в хостеле не разрешают. Но в любом случае пиццы будут. Поэтому топовый магазин. Блин, вчера купили пиццы по 1 евро, и акция закончилась походу вчера. Елки-палки. Теперь самое дешевое получится по евро 64, если берешь 2. Если бы я знал, я бы взял вчера, но мне некуда было в основе положить. В холодильник это не было. Интересно, только одно. Можно брать ли разное? Или надо 2 одинаковые?